Дяди-тети, здрасте. Сегодня у нас вот такая будет работа. Ну, название понятно ж. Ремонт болгарки. Но так она вот к нам пришла. Сейчас будет чуть-чуть шелестеть. Или давайте я так выгружу все. Ну, это как получается конструктор Лего. То есть все в отдельности, саморезики там все. Короче, вот такое вот. Что-то сейчас пошло. Приносят тут хлам. И как с этим бороться, не знаю. Но даже кофейная чашечка зачем-то. Какая-то грязная. Ну, короче, еще и мусор пошел. Хотя ботики были все отдельно. Нефтяные стаканчики это. Ну, а сейчас будем разбираться, что с этим делать. Ну что, проверил. Получается у нас вот эта часть вот идет на катушку, на, ну, на обмотку, или катушкой правильно назвать, и она связана с этой щеткой, то есть вот провод, который заходит, следующий тоже провод оттуда, но уже со следующей катушки, она у нас идет сюда и связана с этой щеткой. Здесь прозванивается все без проблем. Ну, якорь нужно менять, потому что статор у нас нормальный, а сам ротор на замену. По какой причине? Первая резьба, но уже все никак не закрутишь. Она вон есть дальше, но дальше нам не надо, потому что вот эти витки сорваны. Сам вентилятор, вот он, снимается легко, прокручивается. Он видно, что уже болтался, терся, она аж расплавилась. Ну и плюс у нас короткая есть на самом якоре. Он видно, ламели подгоревшие. Так что как-то так. Не получился ремонт. Еще плюс подшипники не все принесли. Ну, отдам, пускай сами собирают. Вот как бороться с этим, что приносят вот так разобранное все. Да, там еще есть, покажу в следующем видео. Насос такой же принесли, расчебурашили все провода и помоги собрать. Ну все, пожаловался, аж полегчало. Спасибо, что посмотрели. Всем большущий привет. И главное, не болей.